Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать его узнала в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги! Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Среди тревожной тишины постучится сын, ее звать.